Еще у початку года это воинское похавание у Мазури только умовно называлось вечным огнем. Сюда подавался дорогие сваткованные газы, тому огонь запаливали только по святах. На сегодня до кургана славы подведены природный газ, что для городского бюджета обходится в два раза тонней. Теперь очаг тут николи не сгасает. Переконалась у этом и рабочая группа облвыконкама. На этом не останавливаюсь, есть задумки еще и на будущий год, поэтому будем там тоже продолжать работать. За счет средств районного субботника приобрели несколько аттракционов. Парк заменили старые, вот, провели много мероприятий по благоустройству, установили архитектурные формы. Я думаю, что жителями города это по достоинству оценено. Гэты дом был побудованы в 70-х годах минулого стагодия, однако свой узрост ён не выдае. У гэтым годе тут адрамонтовали дах, подвальное помешкание, лесвичные пляцовки, заменили лифты. И такими обновками у Мазыры могут похвалиться жыхары прикладно еще полсотни домов. О, две большие разницы. Хорошо, хорошо сделали. Старались. Что доделать, где еще крыльцо сделать, где очень хорошо. Очень довольны. Балконы уже утеплили, мне примерно утеплили. Сегодня в Мазырском районе 92 населенные пункты. В этом году все яны были обсталеваны контейнерными пляцовками. Организованы централизованный вывоз коммунальных отходов. Их доставляют на эту станцию. После подороже по линии сортования недавние отходы уже в выгляде сыровины отправляются на перепроцовку. Парадку и пригожости региону додали и малые архитектурные формы. В этом году их установлено прикладно полтысячи. Сярод же масштабных проектов будаўніцтва дитячего саду на 300 мест, добраупорядкование набережной и реконструкция помника архитектуры минулого стагодия будинка драмтеатра. А кроме того, до конца года будет введено в эксплуатацию в училище Олимпийского резерву. Мы видим, что большое внимание уделяется как благоустройству, видите, города, так содержанию санитарному самих населенных пунктов, как Мозыри, так и районов. Традиционно Мозырский район нас лидирует в этом направлении. Также хотелось бы отметить, что не хуже выглядят и те районы, уже которые мы обследовали. Поэтому по результатам нашей работы будут определены победители в каждой категории. И, безусловно, мы дадим оценку каждому району по выполнению распоряжения и участию в этом мероприятии. На сегодня в области працуют 5 рабочих групп. Их задача – разглядеть працу и дать оценку службам района и города по добраупорядкованию дворовых территорий, ремонте улично-дорожной сетки, жилевого фонду и многих инших направках деятельности. Выники масштабной проверки подведут на початку снежня. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».